Обман в отношениях – распространенная вещь, но готовы ли прохожие помочь солгать совершенно незнакомому человеку? Узнать это мне сегодня поможет мой друг и коллега Антон Парваткин. На ближайшие 40 минут он станет моим тайным парнем, а прохожие попытаются доказать моему настоящему молодому человеку, что Антона здесь нет и в помине. Поехали! Девушка, извините, пожалуйста, можно вас попросить помочь? Смотря что. Пожалуйста, давайте, чтобы не мешать, отойдем просто чуть-чуть. У меня очень ревнивый молодой человек, и как бы это мой очень хороший друг, но у нас когда-то очень давно были отношения. Я сказала, естественно, что я гуляю с подругой, мы ходим по магазинам. И мне нужно, чтобы вы просто подтвердили, что вас зовут Катя, и что вот, да, вот вы со мной ходите по магазинам, и вот сейчас вышли из примерочной, все. Вас зовут Андрей, это же без разницы, кто из моих двоюродных братьев ходит со мной по магазинам. И мы выбираем маме мои подарки. Голос вообще без разницы, он Катю видел два раза в жизни. Я не буду звонить, точно, девушка. Не буду, я не могу обманывать людей. Алло, да. Да, подожди, сейчас я тебе дам Катю, если не веришь, подожди. Алло. Я Алло. Да. Что там я за недоверие? Простите, кто? Что? Я говорю, вы, девушка, простите, кто? Я Катя, подруга. Вы Катя? Да. А какая Катя? Самойлова какая. Самойлова какая? Да. Девочки, вы что меня там расходите? Я не пойму. Катя Исаева. Где вы познакомились? Мы вместе учились. Мы вместе учились. Где вы вместе учились? В СГУ. В СГУ. А она уже не учится, да? Нет, нет. Очень прикольно. Вот вы мне врете, девушка. Она закончила в прошлом году. Ну, я и говорю, что она уже не учится там. А ты не смейся, Самойла, ты мне скажи, пожалуйста, мамочка, как зовут ее? Ирина. Ирина, как? Вот, девочки. Вы сейчас где находитесь? В Триумфе, в Триумфе. Почему вы находитесь в Триумфе, когда вам надо ехать в Бенгель? Я полтора часа как идиот, вы там всем объясните, пожалуйста. Вдвоем. Мы решили ненадолго заехать в Триумф. Зачем? Купить мне платье. Купить платье подруге. А какая подруга к вами? Какой подруга к вами покупает? С Дашей? Что? Покупаем платье. Чем могут обычно девочки заниматься? Платье покупаете? Да. Зачем? Как зачем? Чтобы быть красивыми. Молодцы. А я в итоге и какая-то девушка объясняет мне, что вы собираетесь купить платье. Но это не жизнь, скажите мне, пожалуйста. Не знаю, это вы сами разбираетесь. Я вам сказала, что действительно происходит, а дальше... Да, то есть вы, все, но это я дурак, скажите, что это я дурак, потому что я вам не верю. Все, ладно, мы в Триумфе, давай, не веришь, не веришь, значит, давай, пока. То есть если я приеду, ничего страшного? Ну, естественно, пожалуйста, приезжайте. А, и через сколько приезжать? Да, как угодно. Да? Ну, да. Ну, смотрите, хорошо, спасибо вам, дорогая. Опыт показал, что девушки с удовольствием готовы помочь незнакомой барышне обмануть своего парня. Мужчины, будьте бдительны. Женская солидарность – страшная штука. Дарья Матвеева специально для РЕН-ТВ Саратов.